Так, ну что ж, дорогие мои, продолжаем рефы. Поддамажил там вроде бы кого-то. Соточка всего остается у Рехи. Его подконтролили. И минус от Спарты. Хорош, замечательно здесь фраг, минус эш. Хорошо принял шотиком на джампере. Раунд begins in 3, 2, 1. Неплохое здесь попадание от Спарти, но он весь раздамаженный. Неплохо эш продамажил. Два в одного. Остается им только зажать кнетика, но успевает этот кнетик сам раздамажить Реху. Эш все-таки картину довершает. 1-1. Раунд begins in 3, да, непростая игра 2, предстоит сейчас Эшу 1, определенно. Ой, хорошо, как же зашел, неплохо прошафтил, 170 на 40 остается, падает, на джампер не попал. Повезло, повезло. Реха заминусован. И минус от кнетика. Блин, ну конечно они сильные, сильные, ничего не скажешь. Встречает кнетик Реху. Красавец, блин, очень грамотно все, не читает игру. Правда, всего 70 хп остается у кнетика. Но там минус эш от Спарти. Тиммейт рядом. Реха, по-моему, слабый там. Реха, ореха. Меньше чем на один рейл, даже сплэшем можно убить. Финал перенесут, итальянцы не могут сейчас играть. Окей. Минус от Рехи, неплохо, на 24 хитах он здесь справился. Сложный был момент. Мечта, мечта, хипап, и плохо это, потому что далеко он отошел, выбрал базуку. Ой, вроде бы зашло там, пытался он продамажить Спарти, минус рейлом не попал, и минус рехипап, да. На минус 100 там, короче, не зашло у него, на 80 вернее. Раунд begins in 3, 2, 1, 5. О, хорошее попадание, блин, Спарти, что творит? Минус Реха. Да, GG. И 4-2 уже впереди на 2, на 2 раунда. Раунд begins in 3, 2, 1, 5. Есть попадание от Спарти. Еще он продамажил эш. Эш там третий рейл. Не совсем там слабый эш. Но Спарти здесь тоже наполучал, надо отметить.
Минус реха. Ну это на рейл, куда-то не туда с партии врывается. Я думаю, он давно не играл на хабе. Потому что этот мув какой-то был вообще супер прохладный. Базуками, однако, он здесь разменялся. И неплохо команда синих победила. Первый заминусовал с партии. Ой, зажатый у Спарти здесь и кнект этот. Минус с партии от Эша. Кнектик. Аккуратно все делает реха. Спалил оппонента и идет подконтроливать на телепорт, но на рейле нужно, чтобы был там эш. Да нет, он в ТП наверняка ушел. Прочекал этот момент эш. Видит оппонента в комнате там со стороны красного. Минус эш от кнектика. И отлично, вот реха красавчик. Вот это замечательный такой рокет. Директ в голову прилетел. 5-3. Раунд begins in 3, 2, 1, fight. Вырывается в ТП и дамажит здесь Спарту. Все получилось. Блин, кнектик стоял, такое ощущение, как будто он стоял, тупил. Залетел там еще на сотку. Эши сейчас нужно, главное, уйти оттуда. Выжить там. Ну, реха сам отдался. Минус. О, кнектик, какую базуку закинул. Раунд begins in 3, 2, 1, fight. Blue wins the round. Round begins in 3, 2, 1, fight. Короче, неудобно с телефона, все понятно, что я хотел написать. Кнектик на соточку здесь не задамажить не смог, но какой рейл замечательный дают. И минус эш. Остается один реха, 80 хп у кнектика, пытается законтролить, ну, наверное, это на телепорт был все же мув. Ожидает здесь кнектик. Ой, оба внизу сейчас оказались, что это не очень. Ну, в парте оппонента заминусовал. Раунд begins in 3, 2, 1, fight. Восемь три впереди команда Спарти. Под контролем реха, минус реха, остается в живых только эш. Ну, в ТП нет смысла заходить, я надеюсь, не будет этого делать. Минус от эша, 70 хп, правда, у него всего остается меньше, чем на один рейл, но можно попытаться здесь оппонента вырубить. И минус от Спарти хорош на 58 хпах, хитах. Мог аж разрулить, но не получилось. 9-3. Это последний раунд, может стать на этой карте. Под контроль от Спарти. Неплохо залетело там в начале. Спарти здесь проходит. Видит оппонентов. Рокет джамп. Отлично, сейчас можно в спину зайти. Хорошо прошафтил реху. Но самое главное, обратите внимание, он не стал мувиться вперед. Не стал проходить. Потому что видел, что тиммейта нет рядом. Минус от рехи папа.
2 в 1 они остаются. Кнектик минусует Эша, 103 хп у Рихипапа, может он побороться, потому что больше, чем один рейл он выдерживает. Именно вот этот рейл, а у Кнектика слабый, там стэк был 103 хп. У Рехи и 9-4. На базуке находится Реха. Ой, как там неудачно все для Кнектика и для Спарти тоже все плохо. Реха здесь отлично все сделал. Спарти, по-моему, там внизу не попал на джампаде. Спарти заминусовал Эша 2 в 1 и минус Рехипап GG. Что ж, первая карта за Спарти с Кнектиком. Не получилось пока отыграться у Рехипапа с Эшем. Посмотрим, что будет происходить дальше. Получится ли у них впоследствии это сделать. Но пока ситуация такова, да, жёстенько. И базюльками там тоже замечательно залетало. Вот, подписывайтесь на канал на Good Game, подписывайтесь на премиум, хорошее качество и все такое. Плюсуйте трансляцию на СК2 ТВ, на Твиче всем привет. Подписывайтесь и на Твиче, и на YouTube канал подписывайтесь, потому что записи там все будут обязательно. И этой игры, и всех предыдущих игр сегодняшнего дня. Такое ощущение, как будто карта немного влево наклонена, вот так. Геодезист, блин, ладно. Так, 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 так. Не готов пока только Эш, чтобы он там втекает. Настраивается, наверное, морально. Ну, действительно, стоит настроиться морально перед таким делом. Потому что все серьезно. Что-то и с реалити у меня не, не загружается. Как-то не очень. Ну, ладно. Потом как-нибудь. Так, захватиком всю норм. И давайте посмотрим, что же у нас будет дальше. Ой, как хорошо здесь это раздамаживает. Минус Спарти, великолепный рейлган. Слышит оппонента. Воу-воу-воу, а вот это просто такой рокет, вот это чума. Ну, вплотную не заметил сейчас Эш, лол. Поверху хорошо продамажил Кнектик. Вот здесь нужно было вниз принимать именно уже на самой платформе. Мог бы сейчас Эш принять оппонента. Угу, слышит внизу под лестницей, гранатки пошли. Вот открываться там не надо, но великолепно все сделал Эш. Великолепный под контролем рейлганом. И первый раунд за Эшем с Рехипапом. Хорош. Это было действительно красиво и сильно. Ой, как вот этот такой прием сейчас был. Просто уничтожение. Раунд begins in 3, 2, 1. Хороший директ от Эши. Сейчас минус Спарти и минус Кнектик. Вот это контактная такая карта. На ней не поныкаешься, не попрячешься, не поразводишь. И в чистом маиме, что называется, в чистом поле, вроде бы получается лучше у Эши с Рехой. Ну, по крайней мере, пока что. Да, Эш понимал, что он опаздывает на спасение тиммейта. Минус Кнектик и минус Спарти. Молодец, Реха. Очень много, значит, он дэмэджа там задамажил. При учете того, что двое его атаковали. Блин, красавец. Молодец, Реха. Молодец, Эш. Хорошо пока вроде все идет. 3, 2, 1.
ожидал попытки фокуса Эш. Ну, такую создали иллюзию они. 40 хп у Эша. Кнефтик слабый, ну же, Реха. Красавчик, 95 хп остается. Слушайте, 5-0. Прям радует. Вот это вот пока все очень хорошо. Раунд begins in 3, 2, 1. Зря Кнектик упал. Почему Спартин не бил шафтом, я вообще не понял. Но по итогу все равно разрулили. 40 хп оставалось у Кнектика. Жмутся друг к другу. Попытка зафокусить Реху. Реха как отстреливается, просто как царь вообще. 70 хп оставил он там оппоненту. Сейчас минус Кнектик будет, инфосотка. Да, хоть и рейл, кстати говоря, очень мощный и такой неприятный попал Кнектик, но Эш сумел разрулить ситуацию. И по итогу оппонента забрал. Неплохое начало. Минус Кнектик. Почему не рейлом, не знаю. Эш помогал, но в любом случае заминусован партии, да, по-моему, с партии. Да, и Кнектик остается, но лоу. Red wins the round. Round begins in 3, 2, 1. Залетает на сотку с партии. Кнектик заминусовал Эша. Реха на дистанции, обход идет от Кнектика и минус Реха. Да, минус Реха. Раунд begins in 3, 2, 1. Попытка от Кнектика убежать, но неудачно. Эш его здесь встречает. Ну и минус партии здесь будет однозначно. Хотя, смотрите, 50 хп осталось выше. То есть даже в последний момент там Спарти так задамажил, что просто дай боже. Раунд begins in 3, 2, 1. Решил аж обходить. Не знаю, насколько это удачно. Но вот здесь он Кнектика продамажил. Кнектика заминусовал. Спарти лоу. 17 хп остается у Спарти. Нужно просто суметь Рехи сократить расстояние. Давайте посмотрим. Соточка хп, да, можно сокращать расстояние. Ну почему не шап? Ну ЛГ же, ну. О, лол. Шотик мимо весь. И минус от Спарти на 17 хп. Это на самом деле вообще фейл от Рехи. Блин, к сожалению, не смог он заминусовать. Ну, немножко ошибся, бывает. Ну тоже ему стрёмно было, особенно после первого рейлгана. Уже такой момент, что лучше один раз попасть точно, чем попадать и гадать, задамажит там сплэшем или нет. Blue wins the round. Очередной раунд за командой Спарти. Round begins in 3, так быстро, что я даже не успел 2, договорить информацию 1. Про прошлый раунд. Под контроль Эша, Реха врывается, минус сейчас Кнектик будет. 5 хп у Кнектика, лол, но не уйти ему здесь, да. Блин, а Спарти там нормальный был. Жирнющий был. Отлично, отлично. 5 хп оставалось в конце. О, еще и потоптался на трупе. Лол. 9-4. Этот раунд может стать последним для команды Эша. Ну, это для всех команд, в общем, для Эша может принести победу. На этой карте. Но здесь плохо у Рехи, все начинается, по крайней мере. Его очень сильно раздамажили. Рейл вообще не зашел. От Спарти ловит сотку. И похоже, да, что это раунд за командой Спарти. Раунд begins in 3, 2, 1. Ой, как жестко прошафтил Эша. Сейчас минус Эш здесь. Да, 9-6. Не стоит расслабляться ни в коем случае. Но я не думаю, что они расслабляются. Просто действительно, в самом начале раунда очень много дэмэджа шафта получил Эш от Спарти. Конечно, неприятный момент. Здесь попытка с Реха разменяться. Реха плохо начал. Очень плохо. Минус Реха. Но минус Кнектик. 77 хп остается у Спарти. Но
Хорошим рейлом он здесь раздамаживает. Один раунд остался, один. Для победы команды Эша. Опять плохое начало от Эхи. Ну, потому что Спарти попал базукой, Ореха нет. Но смотрите, сколько, 37 хп оставляет он Спарти. Пока еще идет игра в 2-2, минус от Эша, соточка хп у него осталось. И теперь с Рехой нужно просто грамотно зажать, как обидно сейчас промахивается Эш. Лоу хп там у Кнектика. Отлично, GG, 1-1 по картам, хорош. Мы увидим с вами третью карту, решающую, это было мощно. Это было мощно и это хорошо. Да, это точно, Rocket Launcher. Улетает в полет Rocket Launcher. И Т4 у нас следующая карта. Даже никто на Good Game не подписался. Блин, ну вы вообще жжете. 1-1. Счет по картам, так и есть. Спарти готов. Спарти готов со старта. Ну, для Спарта, как и для Эша, это удобная карта. Не знаю, как для Кнектика. Играет ли он в дуэли. Просит уже Спарти рейди. Хочет он, видимо, спать. Ну, я тоже, честно говоря. Ну что ж, решающая карта. Решающая карта Т4. Рехипап Эш против Спарти и Кнектика. Ой, плохое начало у Рехи. Но сейчас вот он исправляется. Очень хорошо исправляется. Сейчас минус Кнектик, может быть. Минус Кнектик. Не стал запрыгивать на джампаде, а зря. Ну, Эш там все разрулил. 1-0. Раунд begins in 3-2-1. Кнетик. Ну да, Кнектик уже. Уже самый конец. Я там в середине где-то стрима спрашивал, как правильно его. Ну, фиксно. Оу! Раунд begins in 3-2-1. Кнетик, конечно, спилил. Хотел я ему другой смайлик написать, но это стримерский конфиг. Минус от Кнектика. Кнетика. Книтика. Книтайс. Неважно. В коробке сейчас закрылись с партии с Кнектиком. И минус Реха. Вот как надо закрываться в коробке. Ну, в доме на самом деле. Дом, башня это называется. И минус Эш. 2-2. Раунд begins in 3-2. Опять же, приходит в дом. Спарти там, видимо, на отвлекающего. Ой, это фейл для Спарти, минус Спарти. Хотя хорошо он продамажил, по всей видимости, Эша. Отлично, шафтом здесь добивает его Ореха. Можно было еще один запил делать, на самом-то деле. Но Эша этой возможностью не воспользовался. Нормас. Раунд begins in 3-2-1. Ой, стеганул как рейлганом.
Двое, но если там оппонент, который был с Эшем, не лоу, то это как бы не очень. Минус партии, хорош. Пока еще жирный там кинетик. Ой, как по-красавски, смотрите, блин, что Ореха замутила, а. Углы срезают, вообще красавец. 4-2. Раунд begins in 3, 2, 1, 5. К сожалению, выстрел архипап. Не, я потом спать. Минус от Спарты, нифига себе, Реху он как вообще жёстенько здесь принял. И минус Эш. Раунд begins in 3, 2, 1. Воу, нифига себе, там Реху прокатили. Блин, кнектик этот, книтик, блин, хорошо все-таки играет. Сильный такой тиммейт для Спарти, не зря он его взял. То есть это не просто кто-то так, это серьезный парень. Минус кнетик. И минус Спарта. Четко вообще, потому что Эш с одной стороны прям перпендикулярно его шафтил, и прямо ему в лицо шафтил его Реха. 6-3, неплохо. Делал такой фейковый мув в Спарте на то, чтобы собирается фокусить. Но сам на фокусировку не перешел. Там с партии Реху, так сказать, убивал. Ой, как жестко пришлось здесь в Эше, столько дэмэджа влетело. Но минус от Рехи, нифига себе, и Реха выигрывает этот раунд. Причем с таким стеком, 200 на 60 практически. Ну нет, 179, ну короче, в общем, выиграли с очень большим стеком. Хорошее начало для Орехи, неплохо раздамажил, он здесь залетает с партии, минус 100 с партии, еще там Рокет попадает, 36 и практически минус Спарта. Не знаю, как там себя чувствует Эш, но Реха может здесь все сделать. Отлично, и на соточку зашло. Красавски, 8-4. Раунд begins in 3. 2, 1. Минус партии здесь соточку такая залетела. Минус 100, я хотел сказать. Прокатывает на шахте. Но минус Эш. А, нет, наоборот, Эш заминусовал кнектика. И минус от Эша, красавчик, на 30 хитах. Остается один раунд выиграть команде Эша для того, чтобы пройти в гранд-финал, который, по всей видимости, будет завтра. Но нужно выиграть еще один раунд. Минус, минус от Спарти. И слабые стеки оставались, но оставались. Минус, что-то лол, показывает Эша, на которого написано You Fragged Rehip Up. 96 на 99, на 3 хп больше у Эша. Ну, обоих игроков на один рейлган. Все зависит от этих рейлов. Ну, еще немножко бы поддамажить Эшу, и тогда вообще будет норм. Обменялись рейлами у обоих, у одного 16, у другого 19.
Смотрим за Эшем. Ой, лол. Ой, лол. Аптечек-то нету. Зашел в центр. Аптечек-то нету, бра. Бро. Минус, минус от Спарти. Блин, это жестко. Залетел он с телепорта. Начался опять камбэк. Вот как на предыдущей карте. Вот, ну не надо, не надо такого допускать. Нужно... Схватился и сразу загрыз насмерть. Промахнулся с партии. Реха дает здесь сотку. Минус Кнектика. А нет, от Кнектика минус. Да, от Кнектика минус и от Кнектика минус. Рехипап. 9-7. Раунд begins in 3, 2, 1. Хорошее начало от Спарти, плохое для Рехи. Опять он весь раздамаженный, там попытка подфокусить Кнектика. Минус Эш, лол, и на сотку залетело в Реху. Ууу, вообще жара. 9-8, сейчас это камбэком может вообще все закончиться. Раунд begins in 3, 2, 1. Вышел из ловушки Спарти. Контролирует, только на соточку бы здесь не зашло, но практически на сотку заходит в Реху, и 9-9. Решающий раунд просто для выхода в гранд-финал, ребята, это прям вообще жара просто. Раунд begins in 3, 2, давайте за Эш посмотрим. Дает он сотку, еще залетает Кнектика, можно минуснуть Кнектика, очень важно сейчас это сделать. Нет минуса Кнектика, минус Кнектика, 20 хп, минус от Спарти, GG. Да, это ГГ. Не проходит, Эш.